факториалом числа называется произведение всех чисел от 1 до этого числа. По определению 0 факториал – это единица. Теперь задачка. Если вы умножаете 10 факториал на 11, скажите, пожалуйста, нельзя ли это записать короче? 10 факториал на 11 – это то же самое, что 11 факториал. Молодец. Умножаешь n факториал на n плюс 1. Это n плюс 1 факториал. Отлично. Делишь 100 факториал на 98 факториал. Это будет 2 факториал. Неверно. Сейчас нет. Что такое 100 факториал? 99 умножить на 100. Молодец. 100 факториал – это произведение всех чисел от 1 до 100. Да. 98 факториал – произведение всех чисел от 1 до 98. Значит, у вас, когда сократите, остаются просто два множителя – 99 и 100. Да. Вот, то есть ответ 9900, так? Да. Хорошо. Следующий вопросик такой же. N факториал делишь на N минус 1 факториал. Это получается... Это получается N. Конечно.